Сейчас будем прокачивать масло. Это делается вот так вот. Берем ключ и крутим. Вот таким вот образом нам надо масло поднять. Масло нам надо поднять снизу, с картера, вверх, чтобы гидрокомпенсаторы и натяжитель наполнился маслом. Иначе натяжитель может сработать в обратном направлении при запуске, и цепь может перепрыгнуть. Поэтому натяжитель должен быть всегда с маслом.